Городская общественная палата сформирована. В администрации Саратова прошло тайное голосование. В окончательный список вошли 24 человека. Среди них видные культурные деятели, представители религиозных, молодежных, медицинских и патриотических организаций, а также бизнес-элиты. Ранее членами общественной палаты уже стали 16 человек из числа депутатов городской думы, представителей администрации и саратовских общественников. Я надеюсь, что прежде всего буду востребована в плане профессиональной своей деятельности. Хотелось бы принять активное участие в обсуждении, в организации, реализации экологических проектов, связанных не только с инициативой города, это восстановление зеленого фонда города, а безусловно вопросы, связанные с утилизацией отходов. То, что волнует всех саратовцев, это экологическое строительство, расширение города.